туда будет. Думаешь? Подожди, на дно. Зачем? Ну там стоит. Может, судак прижмет губами. Мои выставки. Ох, нихера себе. Кто-то бьется. Склевать не хочет. Лево. Ну добро. Всеми приманками уже обкидали вдоль и поперек эту речку. Ничего, ничего абсолютно не клюет. Ни одной поклевки. Был один выход у меня щуки. И то я уже приманку из воды выбросил. Выбросил, вытащил. И она выбросилась из воды. Бьется постоянно, везде. Возле камыша, на границе растений. И непонятно, что делать дальше, как вообще ловить ее. Жерех тоже бьется. Много жереха здесь. Но не по нашу душу. А так, погода хорошая. Ветер не сильный, не такой сильный, как обещали его нам. Но мы планируем еще задержаться здесь и, может быть, все-таки что-то дозацепим. Посмотрим. А у Сереги где бралась? Каблист-то бросаешь? Мое опасно здесь бросать, она перелетит. Хоть бы сомик взялся. Сомик бы взялся. Я бы не обиделся. Вот пузыри какие-то, видишь? Сом тоже так любит. Но он на поверхности поднимается по утрам. Я лично видел. На верах. За тобой? Что думаешь, голавлик или жерех? Надо космастер одевать, как Серега говорил, выкидать жереха, ловить весь день, говорит. Может, поймает кто. А? О, блин, ну мне что-то типа того, да. У меня 7 грамм и 14, не вижу, куда летит. Нормально. Кошечка.
довольны. Не поймали рыбы ни одной еще. Сейчас я, правда, пойду спрошу у Сереги. Может быть, он что-то поймал. Уже смешно становится. Какой, наверное, раз четвертый мы сюда приезжаем. И у нас такие поклевки нулевые. Рыба везде бьется. А у нас нули. Сейчас. Где-то здесь вот их. Так, слева спрятался. Стоит со спиной, там бросает. Сейчас. Или он подальше. Пока непонятно. Да, Викентич. Нет? Нет. Как успехи? Я уже вел. Серьезно? Ну это все на неудачника Цуё. Это вообще, ну это я знаю. Поподробнее, Цуёки, это который у нас с красными точками, да. Типа уже коровки. И что ты думаешь, на неё клюнуло? Ну, либо головль. Окушок, либо мелкий головлик. Короче, я его насадил, только вот так вот делаю заброс. И смотрю, куда кинуть. Смотрю, вот где вот это травинки, вот эти вот. Смотрю, мальки такие в сторону, тюх. И я думаю, о, туда. И я вот так вот раз. И попадаю только на траву, на эту вот. Ага. И делаю так вот пару рывков с травы. И остановка, и начинаю вести, и только тук-тук-тук-тук-тук-тук. И я уже вот буквально пару метров провожу. Он, видимо, промахнулся, наверное, просто забагрился. Боком что-то белое пузо увидел. И все. Все ясно. Сошел. Все печально. Это Цуёки у меня, он постоянно не успел. Ну, хоть один из нас поклевку ощутил. Да. Вот я начал сразу китайцев ставить. О, вон они, тройные. Сейчас, может быть, получится. Ну, я, как всегда, уже все. Ты уже думал, что сейчас взвешивать будешь? Да. Вдруг жерешок маленький, да? Твой первый, да? Все, уже щука перестала биться. Вообще, мужик с каким-то алабаем прошел. Алабай тут дышал, я выполз, я думал, что за медведь такой лобой. Я снимаю поклевку, смотри. Ты бросаешь без стенки. Ой, хороший заброс, да. Он туда. Он уже ушел. Конечно. Твои места. Блин, показалось, хвост плывает, а тут бабочка летает. Вот он, вот там, прям где ты. Прям вон там, где ты, пошли бы с этим. Чтоб ты знал. Это его невозможно вообще поймать. Он во все стороны плавает. Придурок. Даже там, наверное, скорее всего. Сегодня мы гоняемся за жерехом. Сергей уже несколько километров пробежал взад-вперед. Он плавает как конь.
Я думаю, шансы поймать у нас его нулевые. 3%. Может быть, ну, 3, да, там, может, 1.5% где-то. Да, если честно, оно и не хочется уже. Скорее, уже и не хочется. Не к чему уже руки марать. А идут тучи, вот идут потихоньку, придут они. Да. Пришла, снова пришла. Пора, пора. Я ж тебя уже валил, что ты... Все, что можно, испробовал. И обливы, и вот резину поставил. Легко огруженную. Ну как легко, на 6 грамм. Понтона Варуна. Бьется здесь какая-то рыба, то ли жерех, то ли щука. Но не берется. Меня приманочка. Рыба есть, она себя показывает, но она не клюет. Не знаю, что делать с ней. Дура. Потяжелее поставил. 8, по-моему. Вон она. Летит подальше. Не клюет. Тем временем заключительный этап у нас рыбалки. Снимаем Сергея Данчина на канал. Он, наверное, доволен. Сейчас скромно спросим. Я сейчас все поймаю. Сергей, вы довольны сегодняшней рыбалкой? Нет, нисколько. Нисколько? Нисколько. Вы кого-то мне напоминаете. Нисколько недовольным рыбалкой. Погода отличная. Сейчас... Да нет, сейчас лучше просто бы на море оказаться. О, прям в щуку попал сейчас. Я ее специально прибил, чтобы она больше не клевала. Все, это хорошо. Это хорошо. На этой
оптимистичной, оптимистичной ноте заканчиваем эту видеосъемку.